Это спорткомплекс Брестского госуниверситета имени Пушкина. Как и положено, студенты занимаются здесь гимнастикой, игровыми видами спорта, силовыми нагрузками и плаванием. Но не только студенты. Если заглянуть в один из залов, то здесь можно увидеть спортивных, активных и позитивных представительниц прекрасной половины, чья возрастная категория 60+. Дамы с удовольствием занимаются здесь стретчингом и фитболом. Сегодня учеными многих стран доказано, что одним из ведущих факторов активного долголетия является движение. Сегодня очень модно среди молодежи вести здоровый образ жизни, но наша группа показывает, что даже после выхода на заслуженный отдых регулярные занятия физической культурой могут стать образом жизни. Оздоровительная гимнастика вообще показана женщинам любого возраста. В основе наших занятий общеразвивающие гимнастические упражнения, которые направлены на профилактику и в некоторых случаях даже исправление возрастных изменений, которые в организме женщины происходят после 60 лет. Если вы думаете, что фитнес только для молодых, ваши понятия о спорте безнадежно устарели. Эти женщины дадут фору многим, а вдохновляет их тренер, старший преподаватель факультета физвоспитания Оксана Клосс. В свое время она вела фитнес в институте третьего возраста, а со временем занятия перешли в стены вуза. Работая с гимнастическими большими мячами, фитболами, мы развиваем координацию и работаем с согласованностью действий, что очень важно для профилактики деменции. Одним из любимых наших оборудований являются гимнастические палки, которые помогают нам не только улучшать подвижность и мобильность грудного отдела, но также сохранить красивую осанку, несмотря на цифры в вашем паспорте. Кроме этого, обязательная составляющая часть наших занятий – это дыхательные упражнения, которые очень важны сейчас в период такой сложной эпидемиологической обстановки. Здорово то, что мы практически не болеем, потому что мы здесь оздоравливаемся. И это нам дает возможность и осанку соблюдать. Мы становимся красивыми и активными. И это еще, если сегодня ссылаться на идеологию, что это сплачивает людей. Да, мы настолько усердны и старательны, что назвать их бабушками очень сложно. Активные, инициативные, они с горящими глазами открывают для себя мир спорта и здоровья. Я обошла все клубы, искала себя, где бы можно было получить какую-то положительные эмоции. Но отсюда мы выходим все счастливые, усталые и все благодарим за то, что у нас такой прекрасный преподаватель. Я четвертый год хожу в эту группу. Мне очень нравится и желаю всем заниматься спортом, физкультурой и быть здоровыми, веселыми, такими, как мы. Жаловаться на года, усталость или быть молодыми и здоровыми без оглядки на возраст – в этом случае ответ очевиден. Таким дамам все по плечу. А еще их пример – это хорошая мотивация. Ведь посвящать время себе никогда не поздно.